Ну, мы тут большие экстремалы. Мы приехали в феврале в Анапу. Сейчас я вам покажу море. Все в снегу. И море в снегу. Ой, смотрите, какое красивое море. Тут дети гуляют, птицы плавают. Ой, смотри, два колеса обозрения на выбор. Смотри, какие волнующие на камне бьются. Это птицы типа чайки. Тут, в общем, я что обнаружила? Здесь какие-то странные балки с рельсами. С рельсами наверху. С рельсами. Вот, видели? И Антон говорит, что так лыжные люди катаются. Их тянут по плющит, мама, как меня плющит. Тащит, тащит, мама, как меня тащит. Плющит, плющит, такой редкий. Да, это не типа чайки, это все-таки утки. Морские утки. Вот он, бухта, где находится. Вот куда прилетают эти утки. Вы думаете, куда летят утки зимой? Из Москвы. Тебя я врубаю, что вот оно то, что меня согревает, целует, ласкает, манит, манит, зовет за собой. Чувак, я иду как осел и пою хали-гали. Ой, плющи, плющи, мама, как меня плющи. Тащи, тащи, мама, как меня тащи. Плющи, плющи, такой редкий случай. Тащи, тащи, так чисто без фальши. Море попробовала рукой, оно оказалось теплее, чем погода на улице, поэтому я подозреваю, что этот мужчина просто греется в море. Мы дорвались до моря, мы просто счастливы, хотя пальцы не загубели. Но мы такие счастливые. Путешествие самое настоящее, самое настоящее море, черного.